Хорошо, покушаю. Посмотрю, будет ли... Сегодня я раньше видел, как она с пёстой сцепилась утром. Но это был вид из окна, и она во дворе это делала. Из-за какой-то еды. Значит, еду она ела, и еду она ест. Поэтому все. С Марусей все в порядке. Что самое интересное, что когда кошки хотят есть, они едят. А когда сытые, они начинают выпендриваться друг перед другом. Так что это все вопрос, сытые или голодные. Вот ты же так разговариваешь? Нет. Птица. Птица. Понятно, что птица. Ну, твоя знакомая птица?